Привет, народ, с вами Варчик. Сегодня мы посмотрим на Type 5 Heavy. Танк, который попал в лапки к людям, которые занимаются балансом, а как по мне, они занимаются дисбалансом. И что же они, как обычно, наделали? Выпустили танк, который обычный, невзрачный, никому не интересный. Потом сделали из танка сверх-мега-имбу, которая карает во всех ситуациях тупо всех, кроме одной ситуации. За все то время, пока существует Type 5 Heavy, есть одна ситуация, когда он не нагибает вообще. Когда он стоит против ДПМного танка и не может никуда спрятаться. Он просто рассыпается. Во всех же остальных ситуациях этот танк тупо нагибает. По крайней мере, в тот момент, когда у него была дикая фугасница. Сейчас же эту дикую фугасницу завязали на узел, и она окажется дикой только против СТ и ЛТ. Ну, либо для тяжей, которые поворачиваются спиной, для них тоже может оказаться эта фугасница дикой. Да и многие владельцы Type 5 Heavy, которым до сих пор нравится этот танк, пересели с фугасницы на ББшницу, если так можно сказать, и играют на пушке, которая стреляет ББшками. Ее тоже немножко апнули. Да и в принципе Type 5 Heavy целиком тоже апнули, немножко там подкрутили маневренности, ну и так по чуть-чуть циферки некоторые слегонца потрогали, но особо это незаметно. Больше всего заметно, что фугасницу завязали на узел таким образом, что добавили ей пробитие, но снизили альфу. К чему это привело? Это привело к тому, что на Type 5 Heavy теперь, если вы играете на фугаснице, нужно выцеливать уязвимые зоны. Если раньше это в принципе не имело никакого смысла, нужно было стрелять всем в силуэт, и ты наносил в среднем по 500 урона, неважно кому, тяжелому танку, бронированному, небронированному или ватному танку. Иногда вылетали, конечно, и поменьше цифры, а иногда вылетали и 1000 с чем-то. Но страшно было всем получить этот заветный фугас себе в лицо. Сейчас же бронированные танки не ощущают какого-то страха перед Type 5 Heavy. А вот Type 5 Heavy заметно начал ощущать, что на фугаснице нужно бояться вылазить на бронированные танки, поскольку размен будет неравнозначный. Тот фугасик, который сейчас пукает в бронированном танку в лоб, он вообще ни о чем. И циферка вылетает очень маленькая и скромненькая. Type 5 Heavy еще больше превратился в танк жирной поддержки, как бы это странно ни звучало. Он не должен никогда стоять на линии огня. Выехал, стрельнул, спрятался. На таком здоровенном сарае это делать крайне тяжело. Но все же возможно. Вы должны бояться остаться сам. И при этом в любой момент вы должны наказать врага. Поскольку если этим не заниматься, тогда вообще ваше присутствие в бою не имеет никакого смысла. А для этого вы все время должны планировать свой маршрут в бою таким образом, чтобы находиться в укрытии. Да и еще рядом под рукой должны быть союзники. А что касаемо стрельбы из фугасницы, вы должны выцеливать фугасницей уязвимые зоны, что раньше никогда не приходилось делать. Поэтому и называли этот танк алкашом. Стрельнул в силуэт, получил 500. Урона, конечно же. А бывало и побольше. Даже черкачами всякими и сам седьмым вдоль гусеницы по борту можно было спокойно выбивать 500-600 урона и ни о чем не париться. Конечно же, голдовым фугасом. Кто играет на Type 5 Heavy не на голде. Честно говоря, таких особо-то и не встречал. Поскольку на Type 5 Heavy голда дает только одно. Больше урона, больше ничего. Если на остальных танках голда дает больше пробития, то здесь голда дает просто больше урона. Поэтому играть не на голде как-то было изначально даже непонятно зачем. Платишь больше серебра, получаешь больше нагиба. Даже не пахнет здесь фри-ту-плеем, чистый pay-to-win, заплатил нагибай. Но теперь танк превратился в такого вот алкаша, который протрезвел и ему надо выцеливать. Это необычное ощущение, что ты не можешь теперь наказывать в силуэт тяжелые танки. Но зато многие СТ-шки теперь стали более открытыми и количество танков, которые мы можем пробить, выросла, поскольку выросло наше пробитие. Но альфа уменьшилась, и альфой в 900 мы, конечно, можем напугать многих, но после альфы в 900, которая, кстати, может и не пройти, у нас начинается долгая КД. А если мы не попали,
или даже если и попали, но не убили врага, он нам сможет сделать очень много дырочек, хоть и мелких, но очень болючих. Поэтому на Type 5 Heavy нужно думать теперь вдвойне больше. Тем более, что на 10 уровне сейчас арты навалом, и пока вы там выцеливаете, думаете, либо что-либо делаете, арта ничего не думает, ничего не выцеливает, она просто вам наносит урон. Причем наносит довольно-таки жирный урон. И на мой взгляд, Type 5 Heavy изначально должен был быть таким танком, который сделали сейчас. Танк, который может наказать всякие не сильно бронированные танки. Они должны бояться Type 5 Heavy. Но при этом бронированные танки должны ощущать, что они защищены от него. Поскольку, а почему он наносит бронированному танку урон в силуэт, как попало, еще и много. Это было несправедливо. Сейчас же танк сделан так, как нужно. Да, на нем тяжело против голды и против ДПМных танков. Но вы танк поддержки. Вы не должны терпеть, находясь на линии огня врага. Это не ваша задача. Танк в целом интересный. Он не имбовый, не полный шлак. Он просто стал сбалансированным. И очень жалко, что многие выкачали имбу, а теперь получили не имбу. Хотя некоторые могут поспорить, те, кто катаются сейчас на ББшках, им танк тоже может нравиться. А кому-то этот танк теперь вообще не нравится. Но это уже на вкус и цвет. Все Type 5 Heavy разные. Я же остаюсь посередине. Я не говорю, что этот танк мне нравится или не нравится. Он стал таким, которым должен был быть изначально. С вами был Варчик. Играть красиво. Пока.